Республика в независимом рейтинге уровня административного давления на бизнес в пятерке благополучных регионов. Такие данные озвучил сегодня уполномоченный по правам предпринимателей в КОМИ. В ежегодном годовом отчете также и данные о проблемах бизнеса. 60% от количества обращений – жалобы на действия государственных и муниципальных органов власти, далее правоохранительных органов, затем надзорных. Что интересно, количество плановых проверок упало наполовину, внеплановых – на треть. Однако размеры заплаченных штрафов выросли. Во всей федерации, и в том числе у нас в республике, такая коллизия, что размер штрафов, уплаченных бизнесом, он превышает размер штрафов, уплаченных 5 лет назад. Да, штрафы, размеры штрафов выросли, во-первых. А во-вторых, подход надзорных органов такой. Сегодня штрафуем не только, допустим, директора или бизнес, а штрафуем и бизнес, как юрлицо, и директора, понимаете? И поэтому размеры штрафов такие, что вот те, кто обращается ко мне, значит, всегда в ручном режиме, конечно, помогаю, хожу на составление административных дел. Отдельная проблема – некорректная кадастровая оценка имущества, сделанная в период роста экономики. Сегодня рыночная стоимость падает, а налоговая база остается прежней. Представители бизнеса обращаются в суды за решением проблемы. Массовая переоценка ожидается в следующем году.